Жизнь короткая, и чем раньше ты усвоишь ее правила, тем меньше будет сожаления об упущенных возможностях. В нашей жизни очень много правил. На работе, в школе или дома. А самое главное – на дороге. Рассмотрим несколько правил. Есть ремни на пояс, без которых вы можете потерять предмет одежды. Есть ремень на рюкзаке, без которого вы не сможете донести гору учебников. А есть ремень безопасности в машине, без которого ваша поездка считается небезопасной. Мы уже просто не можем представить свою жизнь без телефонов. Сложно обойтись без телефона на работе, вечно нужно отвечать на звонки. Дома мы не часто выпускаем телефон из рук, но всегда нужно быть внимательным, когда вы, например, на кухне. Единственное место, где вы обязаны быть без телефона – за рулем. Помогайте своим родителям быть ответственными в машине. Очень много кресел ждут нас. Дома ждут уютные, мягкие, расслабляющие. Офисные кресла для работы за компьютером. А есть специальные кресла в машине, без которых мы, дети, не можем находиться в автомобиле. А сколько у нас мест, предназначенных для спорта? Именно здесь мы можем побегать и попрыгать. Для игр. Здесь можно классно провести время с друзьями и подурачиться. А есть места, не предназначенные для игр, бега и глупостей. Пешеходные переходы. А сколько же дорог встречает нас на нашем пути? Например, беговые дорожки. Есть прогулочные дорожки. Велосипедные дорожки. А есть проезжая часть, по которой нельзя ни бегать, ни гулять, ни кататься на велосипеде. А сколько вопросов мы задаем дома родителям? В школе учителям. И всегда есть инспектора ГИБДД, которые могут ответить на любой вопрос по правилам дорожного движения. Проверяй, думай, делай. Чтобы ребенок или взрослый изменил свое отношение к проблеме безопасности на дороге, нужно уже сейчас обращать на это внимание и не бояться исправлять взрослых. И тогда именно ты сохранишь себе и своей семье. Проверяй, думай, делай.